Всем привет! Сегодня здесь снова я с вами, Катя Мирошниченко, и у нас работа с новой коллекцией Bird of Passage. Если в прошлый раз мы работали с вами через тренды цвета, я сделала для вас выкраску, поэтому кто не смотрел распаковку новой коллекции, обязательно посмотрите и посмотрите выкраску. В конце я показывала трендовый дизайн, это русалочий тренд. Сегодня мы поговорим с вами о трендах через декор. Трендов, как всегда, очень много. Но если, например, взять наш каталог дизайна, мы сегодня с этим каталогом с вами немножко поработаем, мы в этот каталог выделили основные тренды, которые посчитали важными. Хотя этих трендов, еще раз напомню, даже в том же маникюре больше гораздо. Итак, давайте мы сейчас с вами кратко пробежимся, какие же цвета входят в коллекцию. Я сейчас подробную выкраску делать не буду, я просто на палитру нанесу оттенки и посмотрите, что входит. Но более подробную выкраску, как цвета ложатся, какой подтон, посмотрите обязательно эфир за прошлый вторник. Итак, поехали. Это красивая коллекция, красивая коробочка. Еще раз напоминаю, чем классно покупать гель-лаки в наборе, тем, что тут идут разные классные вкусняшки. Конечно же, первая вкусняшка. В этот раз набор у нас с подарком внутри. Офигенных 9 вот таких стикеров для телефона. Я вот сейчас хочу купить себе новый чехол желтый для телефона. И прям вообще их сплошняком наклеить, потому что везде лого Эми идет, и мне, конечно, это очень нравится. Кто-то, конечно, любит вот такой вариант, одна штучка, поэтому имейте в виду, у нас в этот раз очень хорошенький подарок. Прям мне, когда продуктологи показали, говорю, господи, как это мило вообще. И, конечно, я напомню, что здесь что у нас идут? У нас здесь идут наклейки и ложки. Понятно, что ложек здесь всего лишь 8. Вот, но самая ценность — это наклейки цветные. Ложки, я думаю, что у всех есть прозрачные ложки, которые вы выкрашиваете под глянцевым топом, под матовым топом. И клеите вы два ряда обязательно с наклейками. У вас получается очень классное такое, знаете, маркетинговое предложение для клиента, потому что для чего нужна эта коробочка? Не чтобы достать эти гель-лаки, поставить где-то в другом месте, а именно коробочку использовать как подставку. Смотрите, как удобно, да? Если даже вот так, например, это будет у вас стоять, да? Или будет вот так. Смотрите, как красиво, да? Сразу клиент обращает внимание, потому что это вот все создает такой, знаете, элемент большой, яркий, который привлекает внимание клиентов. Потому что есть клиенты, которые, конечно, прям, ну, скажем так, любят только классику. Покрывают красным цветом в течение 5 лет, причем одним и тем же номером, да, или делают какое-нибудь молочко. Вот, а есть клиенты, которые прям вот всегда приходят и задают вопрос, а есть у тебя что-нибудь новенькое? Вот у вас много таких же клиентов, правильно? Вот, поэтому, когда мы покупаем вот такой набор, а он выходит у нас только 2 раза в год, да, когда прям полноценно 8 цветов, наклеечки, ложечки, когда красивая коробочка. Хотя промежуточных коллекций между сезонами у нас много выходит. Есть в наборах выходит, есть без наборов выходит. В общем, обратите внимание на то, что лучше гель-лаки покупать в коробочке. Напомню, наборы есть 9 мл, а наборы есть 6 мл. Поштучно продаются только 9-ки. 6-ки поштучно не продаются. Я опережаю вопрос, это частый вопрос. Давайте я сейчас полноценную выкраску не буду делать. Посмотрите прошлый эфир. Я сейчас просто возьму палитру и вот таким образом нанесу. Так, ну понятно, желтый один из самых трендовых цветов. Вообще я бы сказала, что желтый — это тренд просто сам по себе. Носить желтое, тотал. Причем желтый такой, знаете, вот он не теплый, как яичко, как желток, а он такой вот с холодным подтоном, классический желтый. И не пастельный, а именно вот желтый. Офигенный трендовый цвет и с
много сейчас модных пабликов говорят о том, что да, Pantone объявил цвет года персик, да, персиковый цвет, но на самом деле все в один голос модные паблики говорят, что вот этот лаймовый оттенок, он будет более востребованный, более трендовый. Вот. Вообще, если выделить, на удивление, в этом сезоне ну, настолько большой акцент на зеленый шел, что я только сама насчитала 5 оттенков зеленого. И они все модные, потому что, например, Vogue объявил модный зеленый оттенок. Это цвет шалфея, почему у нас этот номер есть тоже прям в ассортименте. В общем, обязательно посмотрите выкраску, посмотрите, как ложатся цвета. Модный розовый цвет, причем вот прям такой, знаете, вот правильный розовый, которого тоже очень много на подиумах было. И я обожаю такой розовый, который с неоном, с неоновым подтоном и с легким желтым подтоном идет. Конечно же, цвет года, в этот раз мы его не выделили отдельно, мы решили цвет года включить в коллекцию основную сезонную. Поэтому вот этот персик 469, это как раз цвет года, который сейчас объявил Pantone. Голубые на подиуме встречаются, но оттенки немножко другие. Это просто мое было решение сделать именно такой голубой. Он и не пастельный, но и не классический. Вот, конечно, лаванды. Лаванды просто завались. Кто любит лавандовые оттенки, прям рекомендую в этом сезоне накупить по максимуму себе в базовый гардероб лавандовых вещей, потому что в наступающей весне-лето лаванды будет очень много. Ну и, конечно, я не могла пройти мимо блесточек. Конечно же, я сделала один цвет вот с такими блесточками, которые рекомендую наносить таким моделирующим слоем. Нехорошо выравниваются тогда, утапливаются. Кратко. Это кратко, что за цвета у нас вошли в коллекцию. И мы с вами переходим к трендам. Итак, первый тренд такой однозначный. Сегодня я сделаю пару типсов с ним. Да? По всем трендам типсы мы не успеем сделать, это нереально. Я буду постепенно вам в каждом эфире давать. Сегодня мы с вами вкратце посмотрим тренды, на которые мы делаем акцент в наступающем сезоне. Это, во-первых, кислотный взрыв, который присутствует. И в выборе тканей. Они очень яркие. И в выборе принтов. Они не просто, они вот видите, с использованием ярких цветов. Этого очень много. И нам, конечно же, это для дизайна офигенно подходит. Я сейчас покажу, при помощи каких инструментов можно передать этот тренд. Да? Яркие, насыщенные принты. Вот. Конечно же, цветочная лавка – это однозначный тренд каждую весну-лето. Вот. Особенно сильно вдохновили некоторые модели с показов на создание вот таких вот нежных декораций, видите, однотонных, благодаря вот таким показам, видите. Вот эта тема мелкого цветка тоже очень сильно вдохновила на создание вот таких цветочков, видите. Я не знаю, как это там такая полянка. Вот именно в композиции мелкий-мелкий цветочек. Тоже вот показы с цветами, их очень много присутствует. Прям очень сильно вдохновили на совершенно другую компоновку цветов в этот раз. Конечно, сезон охоты. Мы сегодня не сделаем варианты дизайна, но я буду работать обязательно с этим трендом еще. Сезон охоты, на удивление, весна-лето, казалось бы. Но дофига вещей в весенне-летнем сезоне вы сможете купить и рептилию, и леопард, и жирафик. В общем, очень много. Дальше, пение сирены. Как раз вот кто был на распаковке коллекции в прошлый раз, я этому тренду как раз и посвятила в конце дизайн. Я буду много еще работать с этим трендом. Это русалочий тренд, да. Буду много вам еще вариантов на эту тему показывать, что это однозначно тренд. Причем это тренд не только в выборе ткани, но и также ярко присутствуют макияжи, укладки в русалочьем стиле и, конечно же, маникюра очень много. Жидкий металл – это факт.
много тканей, казалось бы, там на каждый день, но именно с таким эффектом металла. И самое главное, конечно же, наличие огромной массивной бижутерии. И сейчас благодаря такому продукту, как Multiple Гель, на который теперь офигенно отпечатывается фольга и при работе со стемпингом, да, смотрите, любой орнамент отпечатывает фольгу. Это благодаря Multiple дизайну. Плюс можно делать вот такие массивные, крутые штуки из золота, серебра, фольги. Посмотрите, что можно создавать. Вот, поэтому этот тренд мы тоже сейчас просто пробежим. Но показывать я с этим трендом много буду дизайна в том числе. И если мы возьмем каталог дизайна, каталог уже есть в продаже, эти тренды мы тоже включили в каталог. Поэтому здесь очень много, как раз мы сейчас с вами поработаем с кислотным взрывом. Здесь для вас вариантов много представлено, с чем можно передать этот тренд. Есть мастер-классы на эту тему. Видите, кислотный взрыв, он может или через тему флористику, через тему граффити, абстракции идти, потому что на моделях, видите, чего только нету. От футуристичных орнаментов до таких милашных вещей, как сердечки. Да, потому что даже посмотрим, Шанель, да, вот Шанель, это весенний-летний показ Шанель. Даже у них вроде и принт «Вырви глаз», яркий, сочный, и тут сердечки. Вообще сердечки преследуют нас в наступающем сезоне, да даже сейчас сердечек очень много встречается. Вот, и у нас так получилось, честно, вот случайно. Потому что понятно, что мы заранее за год создаем все продукты для каждого следующего сезона, но в этот раз у нас аж две декорации через тему яркости и сердечек. Вот, поэтому имейте в виду. Так, ну давайте начнем, все-таки вернемся к первому тренду. Он у нас и в каталоге присутствует. Это страница. Сейчас скажу, какая. Это страница 14. Страница 14, здесь это есть несколько вариантов ярких, прикольных через сердечки и через стемпинг. Как раз я сейчас с новой пластиной поработаю. Сейчас я вам покажу, как это можно быстро сделать без элементов росписи. Во-первых, у нас декорации уже есть в продаже. Сейчас в продаже появятся новые пластины. Гель-лаки появятся у нас сегодня уже на сайте на amyshop.ru. Вопрос, Татьяна пишет: Катя, подскажите, пожалуйста, три гель-лака, которые представлены на ВБ. Там непонятные цвета из-за цветопередачи мониторов. Это вы имеете в виду про новую коллекцию? Я могу еще раз сейчас вот так показать. Поближе можете сфотографировать. Потому что здесь ВКонтакте, кстати, на самом деле очень точная цветопередача. Плюс у меня сейчас фильтры выключены все. Вот, можете вы так сфотографировать сейчас. Сколько вышло новых слайдеров? Шармиконы еще не вышли. Если пройтись по слайдерам, получается, у нас вышел это раз, номер 127, индивидуальность. Это 2, я его обрезала, кстати, номер, представляете? Любящие сердца, вот название тогда вот так фотографируете. Любящие сердца, это 2, сейчас это 2, дальше Nail Crust 5D, это 3. Это 3. Это 4. Номер 128. Это номер 128. 4. Так, и 5. Это вот такая тема Востока. Номер 124. Восток. Вот, получается, 5 слайдеров вышло сейчас. Вышло 5 слайдеров.
Сейчас выходит три пластины. Слайдер уже есть в продаже. Вот они, три пластины. Одна пластина круиз, русалочий кор, гавайская вечеринка, да, такая тема. Конечно же, флора. Флора и геометрия. В геометрии присутствуют даже сердечки. Так, это три пластины. Ну и понятно, что сама коллекция Bird of Passage. Bird of Passage, она будет сегодня на emishop.ru. Декорации уже есть в продаже. Пластины появятся, по-моему, на днях. Остальные декорации — это еще слайдеры и еще шармиконы. Они будут сейчас потихонечку добавляться, выходить. Потому что вы знаете, что мы с копом все вот так одномоментно обычно не выпускаем. Так, ну поехали делать тренд. Это кислотный взрыв, это яркие принты. Предлагаю взять розовый, голубой, сиреневый. 68, 70, 74. И просто хаотично, без какого-то идеального перехода, делаете такие пятна. Так, оранжевый. А, пластины уже есть на сайте. Вот отлично. Пластины кайфовые. Прям, знаете, такой вот три штуки, и прям тебе будет достаточно, чтобы проработать до осени. Вот это офигенная пластина. Мне здесь нравится все. То, что здесь можно и круиз сделать, и такой, знаете, отпуск на море. Можно сделать такую гавайскую вечеринку. Русалка тема. Вот эти вот раз, два, три. Это прям вот русалочий кор. Прям вот идеально. Вот такой стиль абстракции, арт-деко, да, и даже вот сердечки, пластина, такая сборная солянка прикольная, есть даже вот такая прикольная архаическая зебра, мне нравится, ну и офигенная флористика, конечно, флористика вся классно, все классно под фольгу подходит, все отпечатывается, вообще супер. Да, коллекция осталась. Вот гель-лаки, они сегодня на Emishop, я так поняла, поступят. Дистрибьюторам я знаю, что к многим уже поехала коллекция. Кто крупный дистрибьютор, они сейчас быстро получат эту коллекцию. Вот как московский дистрибьютор. Я так думаю, что у московского дистрибьютора уже на следующей неделе это будет коллекция. Классная коллекция, да, девочки. Вот она, знаете, это и не классические цвета чистые. Ну, исключение составляет, конечно, 72-й. Здесь нет белого потона. Это такой чистый зеленый травяной оттенок. И вот этот лайм 75-й. Здесь тоже нет белого потона. Прям такой вот зеленый, классический, только в лаймовом цвете. И 74, 73, 70, 69, 68. Нельзя сказать, что это какие-то яркие вырви-глаз цвета, но это не пастели. Вот, хорошие такие вот цвета, базовые для лета. Это и цвет пантона, вот этот модный цвет желтый, лайм зеленый, вот 70, 72, 75. Это прям тренд будет. Это то, что смелые будут просить покрывать. Это то, что на подиуме очень много вот такого розового, лавандового завались просто на подиумах было. Посмотрите обязательно распаковку коллекции, как я делала выкраску. Посмотрите, как ложатся те или иные цвета, чтобы вы понимали, да, что желтый, понятно, его по-особенному надо наносить, зеленые цвета, да, в гель-лаках. Посмотреть, как эти пастели ложатся. Обязательно посмотрите прошлый эфир, он состоит из двух частей. Я там с эфира меня выбросила, и мне пришлось две части делать у эфира. Просушили. И, конечно, вот такую яркость в принтах, самое простое, легкое, да, чтобы не рисовать, мы передадим с вами через стемпинг. Поэтому я всем все время повторяю, учитесь делать стемпинг. Очень сильно облегчает вам жизнь. Потому что вот эти все штуки сымитировать можно через стемпинг. Понимаете? Тут самое главное просто подобрать. И здесь, когда мы открываем с вами каталог на 15 странице, здесь, видите, очень много идей, примеров, как этот тренд можно подать.
где-то через стемпинг, где-то через декорации. Итак, берем сейчас старую пластину, у нее есть сердечки вот такие принтом. Берем фиолетовый, лавандовый оттенок лака для стемпинга. И первый проход делаем с вами лавандовым цветом. Он нам прям как раз четко по тему подходит. Ну и вообще это модный оттенок. Теперь второй слой делаем. Второй слой можно сделать уже сердечки отдельные и взять уже как раз новую пластину. Здесь, видите, есть сердечки прикольные. Так, и черненький лак для этого берем. Поштучно тоже будет, девочки. Но только девятки поштучно будут продаваться. Так, и здесь можно вот так вот сердечки вторым слоем сделать. Ну, они вот, видите, могут быть там три штучки, можно две штучки. Смотрите, как вот под этот показ Шанель с их принтами, сердечками подходит. Поэтому вот эти яркие кислотные принты, их здорово, конечно, делать через стемпинг. Так, и в конце перекрываем финишем. Следующий вариант можно попробовать делать при помощи слайдеров. У нас их вышло аж два, они яркие, смотрите, какие прикольные. Плюс они чем хороши в маникюре, однозначный тренд сейчас на сердечки, это факт. И второе, вот этот тренд яркие сочные принты тоже закрывает этот тренд. Опять же, эти два слайдера, они есть уже в продаже. Так, для этого предлагаю сделать один вариант, это просто с градиентом, да, например. Сейчас, секундочку. Например, сделаем такой классический переход от розового к желтому. Тут не обязательно сильно запариваться с этим переходом, потому что на весь ноготь пойдет слайдер с сердечками, и он где-то снивелирует недостатки. Поэтому я даже вот сейчас третий раз и проходить не буду. Так, сушим. Смотрите, какие прикольные, веселые штуки можно сделать, да? Можно без градиента, можно с градиентом. Это уже по желанию. А новый гель отпечататься матовая фольга или только глянцевая? Офигенно, конечно же, матовая отпечатывается. Смотрите, можно и рисунки делать. Отпечатывать, можно также на весь ноготь промазывать этот клей-гель. Офигенно. В общем, мультипл гель новый, он не только для глянцевым, конечно же, и для матовой фольги подходит. Поэтому имейте в виду, что мультипл. Плюс на него можно втирку делать. Плюс на него можно делать втирку. Так,
сделали топ-слайдер. Multiple Design сейчас очень классно закрывает вот этот тренд жидкий металл, да, потому что сейчас этот тренд, он и в выборе тканей присутствует. Я вам показывала этот тренд, сейчас еще раз покажу. Так, пока у нас топ-слайдер сохнет, 30 секунд. Давайте еще раз к тренду вернемся. Вот мы сейчас с вами работаем с трендом, это кислотный взрыв. Потом перейдем с вами к цветочной лавке, к тренду. Вот. Но есть очень хороший тренд, мы сегодня его не затронем, это жидкий металл. И в ювелирке его очень много, огромных массивных элементов. В маникюре этого очень много, в тканях этого много. И, конечно, благодаря Multiple гелю, да, Multiple Design гель, я его еще называю гель-клей, для фольги этот тренд однозначно легко и просто воплощать. Начиная с того, что мы можем теперь отпечатывать любой рисунок со стемпинга. Видите, фольга отпечатывается на любой рисунок со стемпинга. Плюс позволяет делать вот такие массивные какие-то штуки нереальные. И также при этом отпечатывать фольгу. Любите втирки делать, пожалуйста, берите этот же Multiple гель, только пересушиваете и втираете пигмент. Вывод какой, знаете, можно сделать. Если вы хотите с пигментом работать, Multiple гелем, пересушиваете его. Хотите работать с фольгой, наоборот, не досушиваете. А тонкие линии, если на стемпинг печатать матовое? Ну нет, конечно, нет, девчонки. Матовое на линии от стемпинга, ну не оторвется, нет, это нереально. Там просто такое производство матовой фольги, это физически невозможно. Вот, невозможно. Так, берем мой любименький слайдер. Прям вот обожаю, тут показывала, что очень прикольно, можно вырезать одну сердечку, сейчас это тоже тренд, на какой-нибудь такой нейтральный камуфлирующий цвет в центре. Вот такая одна маленькая сердечечка, очень любят клиенты, если даже не представляете. Сейчас столько маникюра с этими мелкими сердечками. Вот, поэтому, имея вот этот слайдер, вы закроете тренд на сердечки в принципе, то, что на весь ноготь можно использовать их и также поштучно вырезать. В общем, классный слайдер. Если вам эта тема откликается, понятно, что его надо сразу покупать 3 штучки, 4. Потому что если, например, на все ногти делать, понятно, что тут, если ногти короткие, хватит, может быть, на 2 клиента при коротких ногтях. Да? Вот, поэтому ну, минимум 2-3 штуки надо покупать, чтобы хотя бы клиентов 5 обслужить. Ну, знаете, как вы одному сделали маникюр, следующая приходит, говорит, я у тебя видела дизайн такой-то, а у вас слайдер закончился, например. Вот так как они на белой подложке, сами сердечки, видите, они очень хорошо читаются. Так, технически как мы делаем? Есть вариант сразу подпилить. Ну, под кутикулой точно нужно сразу вырезать слайдер. Щипчиками для маникюра я люблю вырезать. Юля, например, ну, когда мне делает, да, вот такие под кутикулу, она вырезает здесь слайдер ножницами маникюрными. Я, например, щипчиками люблю. Так, смотрите, когда нанесли ультрабонд, кладем и полимеризуем 1 минуту в лампе. Я матовую отпечатываю. Ну, смотрите, если тонкий рисунок сильно, вы не отпечатаете матовые, типа, например, вот рептилия, да, это стемпинг. Какие-то вот элементы матовой фольги вот здесь пропечатаются, а вот эта вот внутрянка, например, уже не пропечатывается. Или, например, вот такой тонкий рисунок. Глянцевая, видите, вот на эти тонкие отпечатается, а матовая, она вот, например, на листике отпечатается. Да, возможно, там, где широкая линия присутствует, матовая сможет отпечатываться. А там, где, например, сильно-сильно тонкая, ну, она... По мне так нет смысла.
Хотя нет, прикольно, например, если широкие линии и несколькими оттенками фольги отпечатать, такая красивая абстракция может получиться. Ну, летом мы еще до этого дойдем, я уверена, потому что я сейчас просто очень много глянцевой фольгой работаю. Матовую я показывала, но я бы не сказала, что много. Там тоже до бесконечности можно генерить дизайнов с матовой фольгой и с новым гелем. Господи, это же просто песня, у кого завалялась эта матовая фольга, вы теперь сможете столько новинок делать классных. Вообще, у кого фольга глянцевая залежалась. Понятно, что голографическая фольга, она как и раньше не везде отпечатывается. Она не вся может отпечататься сплошняком. Голографическая фольга, она чаще хорошо кусочками отпечатывается в виде абстракции. Вот хороший, быстрый дизайн. Яркий на лето. Если бы были короткие ногти, прикольно. И на длинные прикольно, да? Вот, поэтому на сердечки обратите внимание. Дизайна с сердечками мы еще будем много с вами пробовать делать. Где-то у меня здесь образцы есть. С этими сердечками. Сейчас я найду. Смотрите, эти яркие маникюры, как можно классно сделать и с этим слайдером. Здесь вот цвета практически все использованы из новой коллекции. Они очень классно дружат с этим слайдером, с этими отпечатками неоновыми и сердечками неоновыми в виде отпечатка. Да, с новым гелем правильно работать, просто одно удовольствие. Я поэтому как маньяк. С меня сейчас смеется весь офис уже который месяц, что я не могу делать дизайны и не использовать мультипл гель. Везде используется у меня мультипл гель. Так, следующий тренд цветочный. Мне, конечно, нравится вот эта тема, да, в виде в технике Nail Crust при помощи вот такой. Вот такого слайдера делать. Видите, вот он объемный, еще и на матовом. Блин, смотрится вот это офигенно. Мы сейчас это делать не будем. Мне нравится вот то, что на многих показах присутствует вот такая нежнятина. Мелкий-мелкий цветочек. И я его предлагаю делать как? Сейчас где-то у меня тут есть типсик. Мне нравится, во-первых, тема с голым маникюром очень. Вот. Кто пропустил эфир, обязательно отлистайте, найдите эфир с голым маникюром. Я рассказывала много про этот тренд. И как раз у нас высшие декорации с цветочками, они сюда очень хорошо зайдут под этот голый маникюр, под тренд. И плюс мне вот эта тема очень нравится. Совместить вот эту нежнятину, цветочную полянку с элементами такими футуристичными, жидким металлом. Марина пишет: Катя, спасибо за новый гель. Технолог имени Москва. Марина, пожалуйста, я сама о нем мечтала. Потому что на черный тюльпан делать стемпинг не все дизайны получалось сделать. А сейчас на мультипл гель можно абсолютно любой принт отпечатать. Понятно, это все равно как бы не идеально, если бы я нарисовала, но я считаю, что технически это прям достижение. Бывает, где-то что-то не допечатывается, но оно нивелируется на самом деле. Глаза сильно не бросаются. Вот здесь самое главное, сушить его мало. В каких-то лампах 15 секунд надо сушить мультипл гель. В каких-то 30 секунд. Классно, то, что еще и быстро. Так, ну, на голый маникюр. И вообще сейчас предлагаю поработать вот с этим слайдером, чтобы как раз вот эти модели цветочные с показов передать. Очень классный слайдер. Еще к нему выйдет скоро еще один цветочный. Номер 128. Он тоже есть в продаже.
Вот он просто классный. Вот это вот для голого маникюра здорово. А вот эта часть для вот этой полянки. Как вот на этих платьях у моделей. Сейчас не помню, кто это-то у нас. А вот этого тоже дизайнер забыла. Тоже модели были все одеты в такую цветочную, однотонную тему набивную. И самое интересное, у них были гигантские просто серьги золотые. Именно вот поэтому я стала делать вот такой маникюр. Делаю цветочную полянку и при этом делаю такие массивные штуковины. Так, ну для голого маникюра я, как всегда, вот очень люблю использовать пятую базу. Она такая, знаете, полупрозрачная, по цвету нейтральная. И вот на ней вот эти слайдеры цветочные в стиле голого маникюра очень круто делать. Так. А для второго варианта мы возьмем из коллекции, давайте, голубенький. Я делала на лавандовом, хорошо смотрится, нежненько, да? И на голубом, я думаю, будет хорошо смотреться. На всех остальных тоже, в принципе, хорошо. Но если мы говорим вот о такой нежной теме, да, вот о такой нежной теме, то лучше брать что-нибудь более светлое. Покрываем. Сушим. Этот тренд, сейчас скажу, на какой странице есть в каталоге. Прям найдите обязательно эти ногти. Так, это в тренде 50 оттенков белого находится в самом конце. Это уже 60-я страница. Здесь как раз слайдер используется, который еще не вышел. Он тоже скоро выйдет. Вот. Но тема дизайна, вот она, то, что я сейчас вам буду показывать. Я как раз, я прям всем объявила, сказала, что говорю, когда наступит весна, это первые ногти, которые я сделаю. Вот мне так нравится вот эта тема, мелкий цветок на весь ноготь. И вот местами элементы таких массивных украшений, золотых либо серебряных. Это страница 60. Страница 60. Еще раз напомню, каталог дизайнов уже есть в продаже. Все, наносим топ-слайдер. Нанесли топ-слайдер. И как раз для вот такого варианта вырезаем нижнюю часть. И сейчас на свободный край это приделаем. Здесь вот возле кутикулы. И вот такой вариант. Опять же, смотрите, вот таких слайдеров, если нравится такая тема, их нужно сразу минимум 2 штуки покупать. Потому что если ногти короткие, да, например, вот этой ленты хватит на одного клиента. А вот этой части хватит на 2 клиентов. Да, вот уже 3-4-5 клиентов вы обслужите, потому что еще бабочки. Потому что есть еще тема, смотрите, когда вы приклеиваете по боковой части, тоже прикольно, мне нравится. Каталог продается, он уже есть в продаже, девочки. На emishop.ru, либо у представителей вашего города заказывайте. Потому что каталог дизайнов многие дистрибьюторы, они закупают. На emishop он продается уже, наверное, недели 3. Вот имейте в виду. Что значит поторопить?
Появилась. Не видите, с белой подложкой цветочки. Очень удобно, потому что на любой фон приклеиваете, даже на камуфляж прозрачный, они будут все равно читаться. И вот такая, знаете, нежненькая мелкая поляночка. Как раз вот вдохновили показы весна-лето многих модных домов на создание этих декораций. Потому что вот этот мелкий цветок, нежненький, прям, ну вот у многих он есть. Даже если, например, клиент летом не будет носить одежду в мелкий цветок, а будет носить какую-то больше однотонную одежду, то маникюр мелкий цветок тоже будет хорошо смотреться. Дальше я хочу сделать ногти матовыми, а элементы, чтобы были глянцевые. Поэтому, когда такое количество используется слайдера, нужно выровнять поверхность для матового топа. Никогда не наносите сразу матовый топ. Выровняйте сначала топ слайдером, а потом очень хорошо и комфортно матовый топ ляжет на дисперсионную пленку топ слайдера. Вот. Плюс, во-первых, и матовый топ тогда лучше носится. Каталог на ВБ в продажу пустите. Знаете, почему каталога на ВБ не будет? На Валбересе рентабельно делать карточки товара, заводить новые. Это то, что будет продаваться долго. А каталог — это же, ну, небольшая партия. Господи, ну сколько их там напечатали? Ну, не знаю, там... 2000-3000 этих каталогов напечатали. Понимаете, потратится очень много времени и денег на создание карточки, а потом же они закончатся, потому что их же никто допечатывать не будет. Это же такая сезонная вещь. Поэтому, девчонки, к сожалению, еще раз, вот так работают алгоритмы у Валбереса, что невозможно все абсолютно номенклатурные позиции заводить туда. Ну, поймите, у любой компании, вы если посмотрите, там карточек товара не на все их SKU. У нас же вот более 2000 SKU. Ну, как вы думаете, мы что, 2000 карточек заведем? Да это не рентабельно просто. Так, и нанесли матовый топ. В общем, amyshop.ru. Будет вам счастье. Тем более, там доставка также бесплатна от какой-то суммы определенной. Также дойдет в любой регион. Поэтому я вам предлагаю на amyshop.ru заказывать. Так, а здесь мы с вами сделаем на свободный край. Боже, как миленько! Какой ты хорошенький! Смотрите. Особенно у кого коротыши ногти. Вот даже, наверное, на длинные мне не очень нравится. Я бы такое делала на коротыши. На маленькие ноготочки, укрепленные просто базой какой-нибудь нейтральной. Все, видите, никаких дополнительных еще сюда вот элементов бы я и не делала. Вот я бы этот элемент использовала в стиле голого маникюра, без подложки, чтобы были просто голые ногти. О, да, кстати, я забыла сказать, правильно подсказывает Анастасия Арсаева. На amyshop можно купить электронный каталог. Вот, если не хотите ждать. Плюс в электронном виде удобно то, что вы картинки сможете использовать в ваших социальных сетях. Смотрите, как кайфово. Ну, скажите, тема. Это вот слайдер, он уже есть в продаже. Малыши мои хорошие. В общем, я очень люблю тему с голым маникюром. Самое главное, знаете, нужно подобрать цвет камуфляжа, чтобы был такой нейтральный. Потому что просто чисто на голых ногтях не всем клиентам это подойдет. Не у всех же там идеальные ногти. С золотом офигенно тоже. Так, и теперь мультипл гель. Сейчас мы с вами сделаем к нашему цветочному дизайну красивый металлический элемент. Господи, где палитра?
как всегда говорю, берегите мультипл гель. Аккуратненько крышечку приподняли, взяли сколько вам нужно и закрыли. Фольгу, кстати, рекомендую не срывать, когда купите. Выкладываете на палитру и работаете. Кстати, кисточки мойте сразу, потому что реально это не просто гель, это прям клей. Клей. Поэтому если кисть оставите и не промоете кисть после этого геля, он прям высыхает просто на воздухе. Мне нравится вот такой дизайн. Я делаю такую лепешечку. Сделала такую лепешечку. Сушу 30 секунд и первый слой фольги отпечатываю. На Амишоп можно воспользоваться скидкой. Там есть система лояльности, вот. Но сейчас в рамках эфира я не смогу вам подсказать. Вам лучше прям там на сайте просто обратиться за помощью. И все, и вам подскажут. Так, серебряная фольга. Сейчас мы сначала отпечатаем нашу лепешечку. Чтобы работать по матовому топу с фольгой, матовый сок, топ нужно сушить 3 минуты. Понятно? Если минута, у вас фольга прилипнет и к матовому топу. Так, и следующий слой. Блин, забыла, в каком месте у меня лежал гель. Так, надеюсь, это мультипл гель. Буду смеяться, если это не он. Так. Ой, как же я люблю эти всякие штуки делать. Сейчас же сережек много в этом стиле продается. Все, так же 30 секунд. Можно взять стразик какой-нибудь. Сейчас мы возьмем стразик. Вот такой вот. И люблю прайм для защиты фольги. Ну, нам чуть-чуть надо выложить на палитру, потому что я хочу, чтобы у меня фон так и остался матовым. Кисть обезжиривателем мыть можно. В общем, с этим гелем очень легко стало отпечатывать фольгу. Ну, самое главное, это создавалось больше для стемпинга. Но то, что на него фольгу еще вручную на рисунок отпечатывать, это огромный плюс. Все, и теперь отдельно, где я выложила прайм, нужно перекрыть просто, защитить фольгу. Вот я прайм беру, он более просто густой, и за счет этого будет лучше удерживать. Сейчас мы стразик посадим. Ну, не любите матовые дизайны, просто здесь можно было перекрыть глянцем и все. Ну, понятно, что стразик надо получше закрепить, прям залить его, чтобы у клиента никуда не делся этот стразик. Прям подзалить его. Все. Вот так мы с вами сегодня попробовали сделать тренд также цветочный. Я вам вот такой вариант прочтения даю.
Так, на этом наш мастер-класс подошел к концу. Обязательно посмотрите эфир, где я делала распаковку новой коллекции, где я делала выкраску, и в конце был дизайн русалки. Коллекция с сегодняшнего дня на amyshop.ru уже доступна к покупке. И у крупных дистрибьюторов она тоже сейчас появится в ближайшее время. На Wildberries она будет, но когда точно, понятно, что сказать сложно. Вы должны понимать, что это marketplace, когда там будет возможность подгрузить, ну, будет точно. Я думаю, что коллекция будет. Что касается всех остальных вещей, еще раз, на Wildberries мы не все можем продавать. Продаются какие-то отдельные вещи. Кисть лучше мыть еще раз обезжиривателем.